давай я тогда тебе покажу простую песенку такую. А ты уже играл, да, на гитаре? Неделю. Ага. Так, смотри. Значит, вот здесь у нас расположены лады. Первый лад, второй, третий. Это порожки, вот эти вот черточки. Так, видишь, я тебе написала здесь? Да. Ага, смотри, три, это значит мы зажимаем на третьем ладу. Сейчас будем играть на шестой струне. Смотри, Ага, да. это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, снизу вверх. Сейчас мы шестой струне играем. Три, значит, зажимаем на третьем ладу. Пять на втором ладу. А мы, значит, не зажимаем, просто другой. Итак, показываю песню. Это Попробуй. все вот на этой, да, струне, Угу. на толстой. И смотри, здесь обозначены точками, вот тут видишь, наверху. А, да, вот у меня тоже есть. Да, третий и пятый лад. Вот, найди их сразу и на них все будем играть. Угу. Смотри, сыграл, палец убирай. Можешь одним пальцем, если удобно. И еще, стой. Смотри, мы играем, получается, зажимаем струну ближе к порожку. Вот это третий лад, а мы ближе к четвертому струну Ага, вот так вот. зажимаем. Угу. Не на порожке, а просто ближе, возле него. Вот это. Угу. То есть. Угу. Шесть. Дальше. Пять. Угу. Дальше. Слушай. Что, прикол какой-то? У меня вот такая вот гитарочка есть. Вот я, собственно, Акустика, хорошо. Что вообще умеешь? Да я в принципе немного, то есть там какие-то, знаешь, вот я, например, пару аккордов знаю. Вижу ДМ, хорошо. Так, ЕМ. И все. Остальные для меня, ну, баре как-то сложновато, например, для меня идет. А, баре можем попозже взять. Главное сейчас закрепиться на основных аккордах, грубо говоря, блатных. Ну да. Но я считаю, что на этом держится вся наша база. Потом мы, конечно, перейдем к баре, но сейчас главное постановка пальцев, постановка рук, потому что без этого дальше никак. Правая рука должна быть свободной лежать. Просто она ложится. Отпустите, пожалуйста, левую руку. Если у вас гитара не падает, то все прекрасно. Расслабьте, пожалуйста, ваше плечо, руку. У вас двигается вот предплечье. Все, больше ничего не двигается. Да, ну, грубо говоря, болтается. Можем попробовать потом одну мелодию изучить. Называется Prayer in C. Я сейчас ее сыграю. В общем, она так играется Классно. бесконечно, но она очень популярная. Вы, наверное, ее слышали. Да. Так, руку, главное руку опустить. Нужно приучать себя, чтобы она лежала свободно, правая рука. А то она, видите, подняли, и тяжело постоянно ее держать. Да, Ну, есть такое. напрягается. Вот, просто пусть лежит расслабленно. Вот, отлично. Понял, Так, а по боям? да. Какой-нибудь бой, что-нибудь? Не занимаюсь. Ладно, ну ты знаешь, я один только вот знаю какой-то там, знаешь, типа.
Ну, это испанский бой. Даже странно, почему. Знаешь, потому что я... Ну, хотя я его выучил на третий день, когда начал играть на гитаре. Это был пранк? Блин, дружище, прости меня. У меня были сомнения, потому что... ну, потому что хотя бы аккорды сжимаются хорошо. Хотелось бы вообще просто научиться играть на гитаре, какие-то, может, аккорды брать, что-то... Очень сейчас, кстати, популярно finger style, то есть как... Ну, да. Вот, да. Что-то с примитивного как-то начать, может быть, что-то там на струне как-то одно играть, вот. Могу объяснить там, как струны называются, где какая нота, как играть там какое-то произведение, ну, например, там. Какое, например, да. Романс. Там какой-нибудь «Пират Карибского моря», там что-нибудь в этом роде, вот. А, ну, вот да. Песни всякие, там «Звезда по имени Солнце», например, ну, вот, классика такая, вот. Могу объяснить... Да-да-да, вот. Не тот, это регистр. Было бы неплохо, вот это, классно. Ну, вот она, да, аккорды там элементарные, ага. В принципе. Ну, я знаю, там вот. Начинается с Е... как-то... Как-то вот так вот, да? Начало, я помню. Ну, ЕМ, первый аккорд. Да-да-да, вот так вот он. ЕМ, вот. Ага. На пятой, на четвертой струне второй лад. Ага. Потом играется на пятом ладу, ставится баре, то есть пальцем указательным. Ух ты ж, баре. Баре. Это, наверное... Ну, да. Я сейчас, наверное, не смогу сейчас. Ну, и все вместе играется вот так, медленно. Ну, что-то... Да, вы меня разыгрываете, да? Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если оно наберет хотя бы 200 лайков, я сделаю новое видео, в котором будет больше преподавателей. И спасибо за просмотр. Пока.